اعتمت حتى بعثت مبشرا كن ناظما سيدي فأتيت تحمل كوثرا والدرب ضاق بركبنا فأنرت دربا آخرا أخرجتنا من غينا وهديت يا خير الورى. أكرم جسد. Самый благородный и самый великий человек. Лежит на старой циновке, следы от которой остаются на его теле в тот момент, когда к нему вошел Ибн Мас'уд, который обычно приносил воду для омовения и подушки для удобства, а взамен получал знания и учился ведению дел. Его любящее сердце огорчалось, видя следы циновки на теле любимого пророка. Стряхивая от пыли, песка и маленьких камушков, лежащую под ним циновку, Ибн Мас'уд говорил: «О посланник Аллаха, разреши нам постелить тебе другую циновку». На что пророк, мир ему и благословение Аллаха, отвечал: «Что мне до мирской жизни?» «Что мне до мирской жизни? В мире этом я всего лишь подобен всаднику, который провел некоторое время в тени дерева и покинул его». Одна женщина из числа ансаров навещает Аишу, да будет доволен ею Аллах, в ее доме. Как только она вошла в дом Аиши, в ее комнату, она начала рассматривать убранство дома. Она увидела постель пророка, мир ему и благословение Аллаха, которая была из кожи, набитой пальмовыми волокнами. Ее растрогало, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, спит на такой постели. После того, как она ушла, она отправила для него постель, сделанную из кожи, набитой шерстью. Когда Аиша увидела эту постель, она обрадовалась. А когда он, мир ему и благословение моего Господа, зашел в дом и увидел эту постель, он спросил: «Что это у Аиши?» Она сказала: «Такая-то из числа ансаров отправила его тебе». На что он сказал: «О, Аиша, верни ее». Аиша говорит: «Я не вернула ее. Мне нравилось, что она находится в моем доме». Но он сказал: «О, Аиша, верни ее», повторив это 3 раза. Затем он сказал: «О, Аиша, клянусь Аллахом, если бы я пожелал, то мой Господь даровал бы мне горы из золота и серебра». Какую великую любовь питали ансары к избранному пророку, мир ему и благословение Аллаха. Приходит женщина, смотрит на постель посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, испытывает жалость к нему и посылает ему более удобную и комфортную постель. Один из ансаров смотрит на лицо пророка, мир ему и благословение Аллаха, и читает по чертам его лица чувство голода и посылает ему еду. Он, мир ему и благословение Аллаха, отвечал им любовью на любовь к себе и близостью на близость. Постели с кожи, набитая волокнами. Это все убранство дома пророка, мир ему и благословение Аллаха. В его доме не было много убранства, не было ничего из блеска мирской жизни. Иногда циновка, иногда кожаная подушка. В другой раз постели с кожи, набитая волокнами. Такой простой была жизнь пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он не запасался в этой жизни большой провизией, он ограничивался малым, потому что ему был уготован высший рай и высшее место в нем, которое подобает только одному человеку из всех созданий. Если бы он, мир ему и благословение Аллаха, пожелал, то его постель была бы из атласа или из самой красивой тонкой парчи, разных украшений и шелка. Однако он, мир ему и благословение Аллаха, выбрал жизнь аскета в этом мире, отдав предпочтение тому, что есть у Всеблагого, Всевышнего Аллаха. Поэтому он воздерживался от мирских благ, так как знал цену мирской жизни. И по этой причине он не обращал на нее внимания, не наслаждался ею, не потакал страстям и капризам. صلى عليك الله ما عبد دعا أو كبرا. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, входит однажды в комнату пророка, мир ему и благословение Аллаха, и видит любимого пророка, который лежит на циновке, повязавшись своим изаром, кроме которого у него больше ничего не было. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, смотрит на след, который оставался от циновки на теле доброго вестника и увещевателя, мир ему и благословение Аллаха. Затем еще раз смотрит на каморку посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не видит ничего, кроме 4 пригоршней ячменя. Затем он смотрит еще раз и видит только кожу или бурдюк, который висит на стене. При виде этого с его глаз потекли слезы.
Посмотрев на него, пророк, мир ему и благословение Аллаха, спрашивает: «Что тебя заставило плакать?» Он сказал: «О посланник Аллаха, циновка оставила на твоем боку след, а в твоей каморке нет ничего, кроме того, что я вижу, в то время как Хосрой и Цезарь наслаждаются фруктами, пребывают у рек, а ты — посланник Аллаха и его избранник среди его творений». На это пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О, Ибн Хаттаб, разве тебя не устраивает, что для них будут мирские блага, а для нас вечные?» Умар сказал: «Конечно, о посланник Аллаха». «О, Умар, как же горячи были эти слезы, которые исходили из твоего сердца. Сердце того, кто любит пророка, мир ему и благословение Аллаха. Сердце, которое разрывалось при виде следа циновки на боку своего любимого пророка, и он желал, чтобы эта циновка оставила след на его теле. Эта любовь, которая была в сердце Умара по отношению к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, никакая любовь не могла сравниться с нею. Слезы очень дороги, особенно когда они текут из глаз такого человека, как Умар, строгого и сильного, при виде которого на пути шайтан переходил на другую сторону. Однако эта любовь, когда она приходит в сердце, воздействует на душу и обостряет чувства, слезы льются сами». Самым осведомленным о сущности мирской жизни был посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И потому он говорит: «Что мне до мирской жизни? В мире этом я подобен путнику, который пролежал некоторое время в тени дерева, а потом отправился дальше, покинув его. Мы находимся во временной обители, а не в месте вечного пребывания. Поэтому наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, брал из нее то, что могло стать провизией для возвращения. Он брал из того, что закончится и исчезнет, для того, что останется навечно». Поистине, этот мир настолько ничтожен и презрен, что ничего не стоит на весах Господа миров. Если бы он чего-то стоил, то наш Господь не дал бы неверному выпить в нем и глотка воды. Он дает его тому, кого он любит, и тому, кого он ненавидит. Дает его богобоязненному и нечестивцу, верующему и неверному. А что касается дорогого по цене у Господа миров, то это его дорогой товар — рай. Туба — благо тому, кто заполучил рай. صلى عليك الله ما عبد دعا أو كبر يدخل Абу Руфа, да будет доволен им Аллах и приведет его к довольству, прибыл к пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы встретиться с ним. Это была их первая встреча. В это время пророк, мир ему и благословение Аллаха, читает хутбу, проповедь. Абу Руфа сказал: «О посланник Аллаха! Один человек прибыл сюда, чтобы получше узнать свою религию». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прервал свою речь, подошел к нему и радушно поприветствовал его. Пророку, мир ему и благословение Аллаха, принесли стул с черными деревянными ножками. Пророк уселся на него и начал обучать этого сподвижника тому, чему научил его Аллах, всемогущий он и великий. А когда он закончил, он вернулся к людям и продолжил свою речь. Таким был создан пророк, совершающим благодеяния людям, преподносящим им благо. К нему пришел этот мужчина, ищущий знания чужеземец, которого не знал никто. И он, мир ему и благословение Аллаха, тотчас прервал свою хутбу, позвал его, усадил перед собой, ответил на его вопросы и уделил ему большое внимание. Он был создан дарить, приносить пользу и совершать благодеяния. Ему принесли, мир ему и благословение Аллаха, стул с черными деревянными ножками, который он не просил приносить. Так он, мир ему и благословение Аллаха, не обременяет окружающих, не требует того, чего нет в наличии, садится на то, что подвернется под руку, иногда садится на землю, иной раз садится на циновку, а иной раз на стул, иногда встречает чужеземца на дороге, иногда встречает его у себя дома, а иногда в мечети. Простой, мир ему и благословение Аллаха, избегающий неестественности в своей жизни. Вдумайся в поступок ансаров, да будет доволен ими Аллах. Как они, увидев, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направился в сторону того человека, понесли стул посланнику Аллаха, окружают вниманием посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заботятся о нем. Они желали, чтобы он поселился в самой середине их сердец и стал частью их глаз, чтобы они постоянно видели его. Ведь они любили его больше, чем самих себя, больше, чем своих родителей и всех людей. И кто может их порицать за любовь к нашему любимому пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха?
يمنع المرء العبادة.